На сайте SXSW... Хорошее начало, Джокер. Хорошее начало. На сайте SXSW был опубликован интервью с Арн Вебером, затрагивающий вопросы касательно предстоящей презентации Соника на мероприятии SXSW. Из интервью стали известны некоторые моменты, что на презентации запланированы анонсы касательно и Sonic Mania, и Project Sonic 2017. У меня язык в узел завязался. Зашибись. На сайте SXSW был опубликован интервью с Арн Вебером, затрагивающий вопросы касательно предстоящей презентации Соника на мероприятии SXSW. Из интервью стали известны некоторые моменты, что на презентации запланированы анонсы касательно и Sonic Mania, и Project Sonic 2017. Подробнее об этом расскажет Такаши Изука. Арн сообщает, что фанаты получат множество новой информации по обеим играм. Также сообщается, что мероприятие будет вестись онлайн-трансляция, как это было в прошлом году. На презентации в качестве гостей будут присутствовать актеры Роджер Крэг Смит, голос Соника, и Майк Полк, голос доктора Эггмана. Они расскажут про свою актерскую работу не только в видеоиграх, но также и в предстоящей игре Project Sonic 2017. Арна спросили, есть ли какой-либо сюрприз для фанатов в этот раз, на что комьюнити менеджер... Чтоб тебя, Соник! На сайте SXSW был опубликован интервью с Арн Вебером, затрагивающий вопросы касательно предстоящей презентации с... Можно сказать, что я на этом моменте был... слишком медленный. На сайте SXSW был опубликован интервью с Арн Вебером, затрагивающий вопросы касательно предстоящей презентации Соника на мероприятии SXSW. Из интервью стали известны некоторые моменты. На презентации запланированы анонсы касательно и Sonic Mania, и Sonic 2017. Подробнее об этом... Почему эта новость такая сложная? На сайте SXSW Было, Джокер, научись читать новости правильно! На сайте SXSW был опубликован интервью с Арн Вебером, затрагивающий вопросы касательно предстоящей презентации Соника на мероприятии SXSW. Из интервью стали известны некоторые моменты. На презентации запланированы анонсы касательно и Sonic Mania, и Project Sonic 2017. Подробнее об этом расскажет Такаши Изука. Изука? Что? О, что я делаю, блин? Что я делаю? На сайте SXSW был опубликован интервью с Арн Вебером, затрагивающий вопросы касательно предстоящей презентации Соника на мероприятии SXSW. Из интервью стали известны некоторые моменты, что на презентации запланированы анонсы касательно и Sonic Mania, и Project Sonic 2017. Подробнее об этом расскажет Такаши Изука. Арн сообщает, что фанаты получат множество новой информации... На секунду, когда я уже начал спотыкаться, я уже понял, что я накосячил. Блин, да чего эту новость тяжело прочитать? На сайте SXSW был опубликован интервью с Арн Вебером, затрагивающий вопросы касательно предстоящей презентации Соника на мероприятии SXSW. Из интервью стали известны некоторые моменты, что на презентации запланированы анонсы касательно и Sonic Mania, и Project Sonic 2017. Подробнее об этом расскажет Такаши Идзука. Арн сообщает, что фанаты получат множество новой информации по обеим играм. Также сообщается, что с мероприятия будет вестись онлайн-трансляция, как и в прошлом году. На презентации в качестве гостей будут присутствовать актеры Роджер Крэг Смит, голос Ежа Соника, и Майк Полк, голос доктора Эггмана. Они расскажут про свою актерскую работу не только в видеоиграх, но также и в предстоящей игре Sonic 2017. Арна спросили, есть ли какой-либо сюрприз для фанатов в этот раз? В этот раз? Где тут кнопка перемотка назад? На сайте SXSW было опубликовано интервью с Арн Вебером, затрагивающий вопросы касательно предстоящей презентации Соника на мероприятии SXSW. Из интервью стали известны некоторые моменты. На презентации запланированы анонсы касательно и Sonic Mania, и Sonic 2017 года. Подробнее об этом расскажет Такаши Идзука. Арн сообщает, что фанаты получат множество новой информации по обеим играм. Также сообщается, что с мероприятия будет вестись онлайн-трансляция, как и в прошлом году. На презентации в качестве гостей будут присутствовать актеры Роджер Крэг Смит, голос Ежа Соника, и Майк Полок, голос доктора Эггмана.
Они расскажут про свою актерскую работу не только в видеоиграх, но также и в предстоящей игре Sonic 2017. Аарона спросили, есть ли какой-либо сюрприз для фанатов в этот раз. На что комьюнити-менеджер ответил, что может быть. Все зависит от самих фанатов, которые должны узнать особый пароль для сюрприза. Аарон ссылается на скрытые послания, которые присутствуют в постах, опубликованных социальными аккаунтами ежа с Соником недавнее времени. Аарон сказал, что разгадать это фанатам будет нелегко, но первое правило, которое я придерживаюсь, это создавая скрытые послания, никогда недооценивай интернет. Стоит заметить, что мероприятие Я был так близко, я накосячил уже под конец. Сони, как я тебя иногда ненавижу! На сайте SXSW было опубликовано интервью с Аарон Вебером, затрагивающий вопросы касательно предстоящей презентации ежа Соника на мероприятии SXSW. Из интервью стали известны некоторые моменты, что на презентации запланированы анонсы касательно и Sonic Mania, и Project Sonic 2017. Подробнее об этом расскажет Такаши Идзука. Аарон сообщает, что фанаты получат множество новой информации по обеим играм. Также сообщается, что с мероприятий будет вести Окей, серьезно, я уже эту новость начинаю ненавидеть еще с каждой минутой. Серьезно, почему это сложно, настолько сложно это рассказать? Кажется, я понимаю, в чем проблема. Тупой SXSW! Да, screw you! На сайте SXSW было опубликовано... Окей, серьезно. Кто так придумывает название таким мероприятием? В самом-то деле. Не удивиться, что некоторые спотыкаются на этом моменте. То, что попробуй произнести 4 буквы, причем еще превосходно. На сайте SXSW было опубликовано интервью с Аарон Вебером, затрагивающее вопросы касательно предстоящей презентации Соника на мероприятии SXSW. Из интервью стали известны некоторые моменты. Что на презентации запланированы анонсы касательно и Sonic Mania, и Project Sonic 2017. Подробнее об этом расскажет Такаши Идзука. Аарон сообщает, что фанаты получат множество новой информации по обеим играм. Также сообщается, что с мероприятия будет вестись онлайн-трансляция, как это было в прошлом году. Также еще известно, что на презентации в качестве гостей будут присутствовать актеры Роджер Крэг Смит, голос ежа Соника, и Майк Поллок, голос доктора Эггмана. Они расскажут про свою актерскую работу не только в видеоиграх, но также и в предстоящей игре Sonic 2017. Аарон спросили, есть ли бы... Я не знаю, что сложнее, произнести правильно Такаши Идзука или Аарон Вебер. Господи, ну именно, блин. Еще жалуются, что это у меня фамилия непроизносимая. Ай-яй-яй! На сайте SXSW было опубликовано интервью с Аарон Вебером, затрагивающее вопросы касательно предстоящей презентации Соника на мероприятии SXSW. Из интервью стали известны некоторые моменты, что на презентации запланированы анонсы касательно и Sonic Mania, и Project Sonic 2017. Подробнее об этом расскажет Такаши Идзука. Аарон сообщает, что фанаты получат множество новой информации по обеим играм. Также сообщается, что с мероприятия будет вестись онлайн-трансляция, как и в прошлом году. Еще известно, что на презентации в качестве гостей будут присутствовать актеры Роджер Крэг Смит, голос ежа Соника, и Майк Поллок, голос доктора Эггмана. Они расскажут про свою актерскую работу не только в видеоиграх, но также и в предстоящей игре Sonic 2017. Аарона спросили, есть ли какой-либо сюрприз для фанатов в этот раз. На что комьюнити-менеджер ответил, может быть. Все зависит от самих фанатов, которые должны узнать особый пароль для сюрприза. Аарон ссылается на скрытые послания, которые присутствуют в постах, опубликованных социальными аккаунтами ежа Соника в недавнее время. Аарон сказал, разгадать это фанатам будет нелегко, но первое правило, которого я всегда придерживаюсь, создавая скрытые послания, никогда не отдать... Вот почему я спотыкаюсь именно вот на этой части. Именно на этой части. Не в первой части, где там рассказывают про игры. Не в части, где там актеры. А именно про эти посты. Серьезно, обязательно это прочитывать? Что-то мне кажется, что надо все-таки записать.
Где же тут водичка? На сайте SXSW было опубликовано интервью с Аарон Вебером, затрагивающее вопросы касательно предстоящей презентации Соника на мероприятии SXSW. Из интервью стали известны некоторые моменты, что на презентации запланированы анонсы касательно и Sonic Mania, и Sonic 2017. Подробнее об этом расскажет Такаши Идзука. Аарон сообщает, что фанаты получат множество новой информации по обеим играм. Также сообщается, что с мероприятия будет вестись онлайн-трансляция, как и в прошлом году. На презентации в качестве гостей будут присутствовать актеры Роджер Крэг Смит, голос Соника, и Майк Поллок, голос доктора Эггмана. Они расскажут про свою актерскую работу не только в видеоиграх, но также и в предстоящей игре Sonic 2017. Аарона спросили, есть ли какой-либо сюрприз для фанатов в этот раз, на что комьюнити-менеджер ответил «Может быть». Все зависит от самих фанатов, которые должны узнать особый пароль для сюрприза. Аарон ссылается на скрытые послания, которые присутствуют в постах, опубликованных социальными аккаунтами Соника. Недавнее время. Почему здесь перерыв между фразами? Серьезно, хоть дели эту новость на несколько частей, чтобы записать нормально. Ибо я устал прочитывать весь этот текст одним разом. С меня никогда не получится ведущего. Нормального ведущего, тем более. На сайте SXSW было опубликовано интервью с Аарон Вебером, затрагивающее вопросы касательно предстоящей презентации Соника на мероприятии SXSW. Из интервью стали известны некоторые моменты, что на презентации запланированы анонсы касательно и Sonic Mania, и Project Sonic 2017. Подробнее об этом расскажет Такаши Идзука. Аарон сообщает, что фанаты получат множество новой информации по обеим играм. Также сообщается, что с мероприятия будет вестись онлайн-трансляция, как и в прошлом году. Еще известно, что на презентации в качестве гостей будут присутствовать актеры Роджер Крэг Смит, голос режиссера Соника, и Майк Поллок, голос доктора Эггмана. Они расскажут про свою актерскую работу не только в видеоиграх, но также и в предстоящей игре Sonic 2017. Аарона спросили, есть ли какой-либо сюрприз для фанатов в этот раз? На что комьюнити-менеджер ответил, может быть. Все зависит от самих фанатов, которые должны узнать особый пароль для сюрприза. Аарон ссылается на скрытые послания, которые присутствуют в постах, опубликованные социальными аккаунтами Соника в недавнее время. Он сказал, что разгадать это фанатам будет нелегко, но первое правило, которое я придерживаюсь, создавая скрытые послания, никогда недооценивай интертрет. Фейспалм. Чтоб тебя, Соник!